Пообщаться в сети приглашают кустанайские полицейские. Прием онлайн на блоге устроил начальник ДВД Кустанайской области. Интернет-пользователи жаловались ему на неправомерные действия, грубости, невнимательность сотрудников полиции. По всем обращениям начальник ДВД пообещал принять самые строгие меры. С начала года в органы внутренних дел Кустанайской области поступило 150 тысяч письменных обращений. Отныне виртуальный прием станет общей практикой рассмотрения заявлений граждан. Потому что не всегда граждане могут добраться до областного центра, вот, где-то на местах дома, в районе, в отдаленном уголке населения. Вот. Много возникает вопросов, может из-за финансовых, может и из-за отсутствия транспорта. Вот. И, пожалуйста, теперь все, кто имеет интернет, может смело подходить, включать, вот, и любой вопрос задавать. Будем отвечать в режиме реального виртуального времени.